В Усть-Каменогорске подвели итоги областного этапа конкурса «Мирели Отбасы». В нем участвовали 19 многодетных семей Восточного Казахстана. В итоге выбрали сразу три – трудовую династию Сосновских, семью музыкантов Сагиндыковых и преподавателей Нургазиевых. Победителям предстоит защищать честь региона на национальном конкурсе «Мирели Отбасы». Семью Сагиндыковых из города Семей можно назвать самой музыкальной. Папа Марат и мама Ольга – солисты военного оркестра. По стопам родителей идут и дети. Дочки Жанель, Данель и Жанна-Мария осваивают искусство игры на домбре. Конкурс «Мирели Отбасы» – для них возможность показать себя и свою сплоченность. Сагиндыковы привыкли все делать вместе – гулять, заниматься домашними делами. Мы вообще любим заниматься творчеством, семейным творчеством. И, конечно, для нас очень важно, чтобы наши дети в будущем проявили себя каким-то образом. И чтобы они обратили внимание, что и папа, и мама занимаются творчеством. Единство и взаимоуважение – вот главные составляющие дружной семьи, считает Ольга Сагиндыкова. В чем секрет крепкой семьи? Я думаю, в том, чтобы любить свою семью, любить своих детей. Если человек для чего приходит в эту жизнь? Для того, чтобы оставить свое потомство. На региональном конкурсном отборе Сагиндыковы взяли второе место. Уступили лишь трудовой династии Сосновских, для которых победа стала полной неожиданностью. Как говорил президент, что чем крепче семья, тем крепче государство. Но так и есть на самом деле. Это у нас, как говорится, не на словах, а на деле. Мы всегда все вместе. Для нас нет слова «я» там, у нас только мы. Мы большими талантами не обладаем. Петь, как вот предшественники наши, не умеем. Мы умеем работать, умеем дружно отдыхать, что-нибудь заниматься придумано. Спортом. По задумке организаторов, победители «Мирели Отбасы» отправятся на оздоровительный курорт, а после отдыха их ждет участие уже в республиканском финале. Вячеслав Петлугин, Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск.